Всем привет, меня зовут Саныш Кикеев. Сегодня 21 января, я решил начать бизнес с нуля. У меня данное время нету ни копейки в кармане. То, что у меня есть, это умение готовить вкусно, идеи и план, как надо это осуществлять. А сегодня едем собирать прицеп. Пока что вот эти детали у нас есть от прицепа. Начали собирать каркас прицепа. Вот. Там братан помогает. Валит. Прораб контролирует, ходит. А я там. Всем салам. Сегодня 31 января. Мы продолжаем собирать смокер. Так. Штука стоит миллионы. Он... В России. Потому что он спит до обеда. Вы спросите, почему мы долго собираем смокер? Вот почему. Амон, подки играет. Увольте двери! Короче, мы поставили... Мы поставили шкаф тепловой. Итак, уважаемые друзья, мы сегодня изготавливаем смокер, который будет коптить самое сочное мясо в мире. Вот, приехали, смокер у нас готов. Так. Вот так вот. А, только электричество осталось. Каждый день с утра мясо загружаем в смокер. Короче, долго пропадал, сегодня 15 число. Вот так мы с Аманом начинаем кое-что. И вот огроменный летник будет. Пряжный проект намечается. Самый лучший мясной уголок в городе будет, надеюсь. Пока вот занимаемся стройкой. Вопрос, откуда я тут нарисовался? Короче, так получилось. Теперь мы строим самый мощный барбекю-центр в городе.